Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. В Кирове обсуждается строительство экспоцентра. Вопрос поднимался во время визита в город заместителя гендиректора компании «Экспоцентр» Владимира Губернаторова. По его словам, сейчас под эгидой Торгово-промышленной палаты России разрабатывается программа взаимодействия с региональными палатами. Вятская выбрана одной из пилотных, где будет открыто представительство «Экспоцентра», который имеет 60-летний опыт организации международных выставок. Поэтому то, что касается и подготовки выставочника, и технологии, технологий выставочных и консультаций. Мы выпускаем методические рекомендации и надеемся, они будут реализованы в Кировской области. В этом есть огромная потребность. Рекомендации по строительству современных выставочных комплексов. Небольших, трансформируемых, где можно проводить выставку и который может быть преобразован в конгрессный зал. Это как воздух нужно сегодня российским регионам. Хотим, чтобы Вятка Экспо и Вятская торгово-промышленная палата были плацдармом, на котором постоянно велась бы работа по продвижению на международной выставке, а через них на новые рынки предприятий Кировской области. Выставочные центры, которые предлагает строить экспоцентр, в регионах могут занимать площадь от 5 до 10 тысяч квадратных метров, рассказал губернатор. Современный комплекс – это значит комплекс, на котором есть все необходимые коммуникации для того, чтобы не только проводить выставки продажи, выставки ярмарки, но для того, чтобы проводить технологические выставки. Для этого должны быть подведены все технические коммуникации, соответствующие энергии. Тогда и привлекательность возникает больше. Уже тогда и убеждать проще участвовать. И специалисты из других регионов приедут на такую выставку, если будут знать, что смогут сразу несколько предприятий посмотреть. Президент ВТПП Николай Липатников отмечает, что региону подобный центр необходим, однако существует ряд условий, которые пока препятствуют его появлению. Первое. Активность предприятий более высокая, чем сегодня мы ее имеем. Набираем мы с трудом этих участников. И фантазировать на то, что они сегодня повернутся и вдруг будут здесь участвовать, это немножко смело. Во-вторых, финансирование. Я далеко не идеалист, чтобы сказать, что сегодня торгово-промышленная палата за счет членских взносов либо кредитов могла это построить. Никогда ни в одной стране мира на кредиты ни одна предприятие не строит. Надо все взвесить. А так, конечно, интересно, потому что мы все время толпимся, либо в драмтеатре, либо от Сурикова, спасибо, правительство области. Ранее ВТПП хотело строить экспоцентр в сквере на Маркса и Профсоюзной. В 2013 году его даже огородили забором для подготовки к работам. Однако после протестов горожан решено было искать другое место. В 2015-м озвучивалась идея возвести выставочный центр на Щерса 95. ВТПП даже находило инвестора для строительства комплекса. Там должны были разместиться несколько конференц-залов и фудкорты. Планировалось интегрировать центр с гипермаркетом «Время простора». Построить его хотели к 2018 году, однако проект так и не был реализован. Экономика на 101 FM. В завершение о валютах на сегодня: доллар 58 рублей 72 копейки, курс евро 69.50. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.